На манеже, точнее на поле футбольно-легкоатлетического манежа, будущее мордовского спорта. Футболисты совсем юные, 2016 года рождения, но не совсем начинающие, тренируются уже второй год. Готовить будущих футболистов задача ответственная и непростая, тем более, когда в команде 60 человек. Занятия проходят под чутким руководством легенды мордовского футбола Сергея Дикарева. Команду мы нашу собрали 16 мая прошлого года. Вот они у нас уже второй год, некоторые люди занимаются. Успехи хорошие, сдвиги большие. Тренируемся двумя-тремя группами. Понедельник, среда, пятница, вторник, четверг. Так что у нас так все хорошо, поле хорошее. Фестиваль «Загрузи себя футболом» – детский турнир, участниками которого могут стать все желающие команды спортивных школ и клубов. 16 сентября он прошел в рамках программы Мордовской футбольной лиги. Развитию детского спорта в республике уделяют много внимания. Большую поддержку оказывает и бизнес-сообщество. В Мордовии очень хорошие условия для развития футбола. Это и такие качественные поля, и наследие чемпионата мира. Но жаль, что у нас нет профессиональной команды. Поэтому вот мы очень рады, что вот мы хотя бы такую маленькую часть, да, но реализовали. Мы обеспечили формой детишек 16 года рождения. Они занимаются второй год. Здесь у нас 60 комплектов. Но в последующем те дети, которые будут приходить, они тоже будут обеспечены нашей формой. Впереди у юных футболистов еще много тренировок и, вполне возможно, громких достижений. Пожелаем им успеха, спортивного мастерства и воли к победе. Дарья Боронина, Сергей Соколов. Народные новости.